Министр обороны Имангалитас Магомбетов побывал на совместных учениях войск противовоздушной обороны у стран СНГ. Учения «Боевое содружество 2015» проходят на полигоне Сары-Шаган в Карагандинской области с начала недели. В них участвуют более 1000 человек личного состава, 48 единиц авиационной техники, 6 зенитно-ракетных комплексов и 15 радиолокационных станций. В ходе учений боевые расчеты войск отработали вопросы раннего обнаружения противника и выполнили пуск из зенитных ракетных комплексов по воздушным мишеням. Условный воздушный бой провела фронтовая авиация. Навыки по спасению экипажа воздушного судна отработал личный состав Центра парашютной подготовки сил воздушной обороны. Как отметил Имангалитас Магомбетов, учения отличались не только масштабом, но и мастерством личного состава эскадрильи и дивизионов, а также профессионализмом наземных служб.